Более 230 детских садов, школ, а также учреждений культуры и спорта в Московской области сделают доступными для инвалидов до конца 2017 года. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на Минсоцразвитие региона. В 2017 году повысится уровень доступности 237 областных и муниципальных учреждений. На реализацию этого проекта предусмотрено 686 миллионов рублей. Напомним, в Подмосковье осуществляется комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Удобные условия для них создаются на объектах потребительского рынка и бытовых услуг. Реализацию программы держит на контроле правительство Московской области, а также депутатский корпус и общественность. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.